7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня два тоненьких кусочка, тонюсеньких, темного хлеба и намазка яйцо, скумбрия консервированная, зелень, сырок плавленый. Все это смешивается очень вкусно. И вот три оливочки сверху для украшений. И чай у меня сегодня не обыкновенный, а карпатский сбор, который с Карпат я привез. Очень такой вкусный, с мятным привкусом. Всем приятного аппетита, удачного похода. 9.30 мой перекус, пол лавашика, капусточка с сыром сулугуни. Обжарил, сыр растаял. Очень вкусное сочетание. Тушеная капуста с морковкой и луком. Чашечка черного. 14.00. На обед у меня сегодня кулеш. Кулиш. Кто как его называет, это блюдо. Но я его лично приготовил первый раз. И на удивление, ребят, он очень вкусный. Я просто даже удивляюсь, почему я его никогда раньше не готовил. Смотрите, тут, во-первых, три вида, ну, можно сказать, мяса. Первое это сало, я его порезал кусочками, и сначала оно растапливается, в шкварки превращается, потом я добавил бедра куриные, порубил на кусочки средненькие такие, чтобы, ну, небольшие, а маленькие, тоже обжарил, потом добавляется сюда лук, обжаривается морковка, и потом уже в конце я добавил, буквально там у меня было немного ребер, ребра копченые были. И вот оно придает этому блюду тоже замечательный вкус такой. Смотрите, а дальше вообще все просто пшено, и все это варится. Он получается вот такой интересный у него вкус. Он и не густой, и вроде не суп, и вроде не рагу, ну вот что-то вот такое среднее. А, еще забыл сказать, еще вот когда все там обжарил, еще добавил пару картошек. Ну, посмотрел в рецептах, допустимо такое. Очень вкусный кулеш, рекомендую, готовьте, вкусное, красивое блюдо получается. 18.00, Миха, как всегда, как в ресторане кушать. Посмотрите, это у меня ужин вот такой. Сделал салатик, очень вкусный получился. Сам, как всегда, от себятина. Тут морковочка и сельдерей по-одесски. Ну, если у вас нету, можете по-корейски использовать. Тоже похожий вкус будет. Курочка филе, маринованная и запеченная в духовке. Сыр пармезан, оливки, помидоры. Перец сладкий, красный, пекинская капуста, и вот так на листы я выложил. Все это соусом кирияки и немножко оливкового масла добавил. Просто вкус, улететь можно, рекомендую. 21.00, мой вечерний перекус, доедаю виноград, который я от Руслика привез, тут буквально полгроночки. И кефир я сделал домашний, густой, вот только... Вытащил, смотрите, помните, как я вам показывал, ложка стоит. А процентность молока такая же, 2,5, как в магазине, только это не та жижа, как у них, а вот прям густючий классный кефир. Рецепт, как кефир, я делаю на моем втором канале, есть 100 лет он там стоит. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похода. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.